Более 10 лет жители улицы Гагаринова Улипсыш не могут решить вопрос с благоустройством дороги. Особенно эта проблема возникает во время проливных дождей. Как люди справляются с неудобствами, узнавала Альбина Ламкова. Испытание дождем. Дорога по улице Гагаринова Улипсыш не прошла. Он был всего лишь 2 дня назад. И картина была тогда совсем другой. Хотя лужи еще остались. Конечно, дело не в лужах, говорят люди, а в том, что весь поток воды затапливает дворы, тем самым разрушаются их хозпостройки, да и саму улицу заливает так, что невозможно выйти, разве что только в калошах или сапогах, уверяют они. Отсюда идет, вот так заливает и вот так идет. Все время это... Я уже боюсь, чтобы дом не упал, фундамент. У Светланы Туговой нет возможности часто сдавать деньги на одноразовый ремонт дороги. Да и двор приводить в порядок нет ни сил, ни времени, ни средств. К тому же и здоровье не позволяет. Пока сын на работе, Светлана Мухадиновна воспитывает 4 внуков. Сын с невесткой разошлись, 4 детей, как собачат привезла, выкинула. Я их воспитываю, элементы не получаю. Вот эти по 10 тысяч сама получила. И она, ей сказали, чтобы формы купила, и формы не купила. Мне очень тяжело, не знаем дальше как. Самостоятельно выполнять ремонтные работы жители улицы Гагарина не могут. Для этого нужна помощь профессиональных дорожников со специальной техникой, говорят аульчане. Лет 10, наверное, мы вот обращаемся, никто нам не помогает. Мы сами своими силами что могли, сделали. Насыпали отсевы, покупали сами, скидывались. А польза какая? Точно так же дорога портится, и его надо грейдером чем-то вычищать. Сколько этот сосед привозил отсеву? И они тоже привозили. Мы засыпали. Это еще чуть-чуть здесь... повыше стало. А так вообще невозможно. Возможности нет уходить по улице. Сразу после записи интервью мы обратились в администрацию ПСЖ к главе села Мурату Табулову. По его словам, проблемы будут решать в порядке очереди по асфальтированию улиц Аула. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.